Привет всем! Обзор еды относительно недорогой. Я бы сказал, все равно это все недешево. Вот такие помидорки маленькие. Все их видели. Коробочки 250 грамм. В Магните я видел 80 рублей. Это 30 рублей я купил. И то не считаю, что это как-то мега дешево, потому что получается 30 на 4, 120 рублей. Ну, для меня это не дешево для помидорок. Вот такие помидорки розовые, азербайджанские, их продают по 200 рублей, 250, это 60 рублей, потому что она мятая, поэтому она дешевле. Огурец. Примечательность только в том, что 60 рублей цена или 65, а так обычно, по-моему, 120 стоят они сейчас. Мандарин Марокко хороший, 55 рублей. Тут я цену точно помню хорошо. Он без семечек такой, который внутри ярко-оранжевый. Вот видите. Ну, от чего он дешевле? Так ему цена там 120 рублей или сколько еще дороже. Ну, потому что он, видите, помятый. Ну, внутри он хороший, отличный. Так, ну и почти что все. Вот такие зелененькие яблоки на Пятерочку, 60 рублей. Семеренко, по-моему. Ну, это отлично, потому что эти семеренки там 100 рублей, по-моему, продают. Тут 60. Оно такое крепенькое, зелененькое, кислое. Так. А, ну, так. А, забыл показать. Вот перец мятый, поэтому он 60 рублей. Вот он мятый. Надеюсь, он внутри не гнилой. Может оказаться, что и внутри гнилой. Так, что у меня еще есть-то? Это вроде почти что все. Вот такой гранат. Он тоже был уцененный. Цена 65 рублей. Обычно подороже, конечно, там 100-150 гранаты продают. Но это не просто так. Видите, он темными пятнами покрылся. Вот здесь вот. Здесь вот. То есть внутри может разрушение уже идти. Не просто так они цены делают ниже. Так, он может быть фиговый внутри. Так, ну я не знаю, открывать его сейчас, не открывать, что-то мне неохота даже его открывать. Что он начинает брызгаться там этими своими семечками. Потом, наверное, открою. В общем-то, все. Если бы без скидок, так это получилось что-то около 150 рублей, 200. А если бы без скидок, это было бы намного дороже. Это было бы рублей 400, как минимум, раза в два дороже. Ну, вот эти помидорки вообще без дефектов. Ну, вообще я не вижу сейчас особых дефектов в этом товаре. Ну, вот помятый мандарин немножко, но это не страшно. Так, ну, все это быстро кончается. Это все равно так на пару дней. Потом опять будешь сидеть без
еды. Ну, такие вот еще помидорки, это типа розовые, которые 250 рублей, какие-то мега дорогущие. Ну, вот так вот их можно попробовать иногда со скидкой. Ну что ж, все. Спасибо за просмотр ролика. Блин, вот интересно его открыть бы. Мне вот самому посмотреть, вот он херовый или нет внутри. Потому что часто бывает херовое то, что со скидкой. Там, ну, например, недозрелый, либо наоборот уже какие-то полу... какие-то мутные такие зернышки. То есть тут надо смотреть. Ну... Так, сейчас. Ну, вроде выглядит симпатично. С этой стороны красненький, яркий. Ну, тогда отлично, зашибись. Ну, чистить его, конечно, долго, но цена отличная, как я понимаю. Ну и вообще редко его, я его раньше вообще не ел, потому что, видно, он все время дорогущий какой-то был. 60 рублей, это, наверное, цена, по которой можно его поесть. А всем пока, ждите следующие ролики. Слава революции, революцию каждый день, долой государство. В общем-то, все.